В начале 2014 года Украина стала объектом агрессии со стороны соседнего государства. Пора признать, на востоке нашей страны идет война. Современные войны не похожи на те, о которых до недавнего времени мы знали только из учебников истории и фильмов. Боевые действия по большей части носят локальный характер. Чаще всего агрессор использует сравнительно небольшие группировки войск, а то и вовсе малочисленные диверсионные группы. Необходимость противодействия таким отрядам порождает новый характер боевых действий, в ходе которых решающими факторами становится не огневая мощь и количество живой силы и техники, а скорость принятия решения и мобильность. Украинскую армию приходится оснащать и модернизировать уже сейчас, когда боевые действия идут на нашей территории. Ситуация сложна, но не безнадежна, ведь многие из требуемых решений уже готовы. В мире возникла и развивается качественно новая индустрия полевого обеспечения армии. Более 5 лет наша компания накапливала опыт практических исследований в области мобильных трансформируемых конструкций широкого назначения. Вот так вот это складывается. Наташа, смотрите. Ну, давайте тогда сначала зайдем, чтобы мы прошли. Как мне фотографа выйдет? Да, лучше. Попросите, зачем? Пройдемте, пожалуйста. Мы немножко сейчас срежиссируем. В развернутом состоянии площади разрывного помещения достигает 6 метров. Тебе видео это дадут.